друзья, с вами Бенорд. Давайте продолжим с вами тему труда. Мы здесь с вами уже разговаривали про труд из трудовика. Сегодня будем делать жжёнку. Это такая сгоревшая, без доступа кислорода, хлопчатобумажная ткань, которая очень хорошо занимается от искры, которая ловит искры очень хорошо. И уже с помощью нее лично мне очень легко получать, так сказать, огонь с помощью кремния и кресала. Вот. Давайте для начала с вами разведем костер и на этом костре будем творить чудеса, так сказать, будем сжечь эту ткань. Что нам потребуется? Естественно, это костер, баночки. Я специально взял различные банки, которые нашел по дороге. То есть вот шел по дороге, нашел вот такую вот банку. Она закупоренная. Внутри все обожгу, если там что-то осталось от здесь защита от древесины, но какой-то лак. Все внутри обожгу. Получится баночка с крышкой, которая герметично закрывается. Сделаем в ней отверстие и бросим на огонь. Внутрь положим тряпку. Также вот есть обычная жестяная банка из-под тушенки. Тоже нашел в лесу. Как не печально это признавать. У нас много людей оставляет после себя мусор. И что еще я нашел? Еще я нашел тоже по дороге абсолютно. Нашел банку из-под напитка, так скажем. Вот. Ну и, собственно, все. Вот в этих вот трех баночках мы с вами будем делать жжёнку. Вообще можно делать жжёнку в различных вариантах. Главное, чтобы она не контактировала с огнем и была в закрытом, как бы, в закрытой капсуле, чтобы не было воздуха. Можно просто положить какую-нибудь, ну, допустим, во фольгу металлическую, завернуть плотно и положить на костер, чтобы она там соотлела и превратилась в черный уголек. Сейчас мы с вами разведем костер сначала, потом уже займемся всем остальным. Кстати, забыл взять штатив, поэтому проблематично сегодня будет снимать. Земля влажная, положим сверху досочки, чтобы изолировать наш костер от влажной почвы. И сверху уже будем разводить с вами костер. Сегодня будем с вами разводить огонь обыкновенными спичками. Не будем изощряться. Если каждый раз разводить огонь первобытными способами, можно рехнуться. Мы не в каменном веке живем. Влажное все от дождя. Поэтому будем медленно костер разводить. Не накидывайте никогда на костер слишком много дров. Потому что костру нужно три вещи: воздух, тепло и топливо. А если вы закидаете его топливом, воздуха у него будет мало. Сначала маленькие веточки, а когда уже появятся достаточно хорошие угольки, можно и круг наложить. Итак, какие у нас тряпки есть? Вот тут обычная хбшная тряпочка, тоненькая. футболка, кусок, точнее, от старой футболки и лента хбшная. Вот. Все эти ткани мы с вами засунем в банки. Давайте сначала начнем с алюминиевой баночки из-под напитков. Отрезаем верх. Вот. Внутрь ложим ткань. Наверное, положим вот эту вот. Вот этот вот кусочек. Хотя нет, давайте сначала вот этот положим. Вот этот кусок. Сложим несколько раз. Положим в баночку на дно. Сожмем. И вот этот край просто завернем. Если есть две банки, просто горлышки отрезаете, верхний, и просто переворачиваете и закрываете, как этот. Как крышку просто делаете. Можно вот просто в алюминиевой банке завернуть. Вот. Все, это все на костер. Так, далее, не знаю, давайте попробуем с этой банкой, большой. Попробуем ее вскрыть. Да, видимо, она очень долго лежала на природе, поэтому давайте вскроем ее просто, сделаем отверстие. Или, знаете, можно просто открыть ее. Да, давайте просто откроем. Вот, баночка. Да, она пустая, внутри практически ничего нет. А что можно сейчас сделать? Можно использовать ее вместе в совокупности вот с этой банкой. А можно, в принципе, просто закрыть крышкой. Я ее не до конца открыл. Положим в эту банку самый большой кусок. Вот этот вот кусок ткани. Даже, наверное, я его не буду весь использовать. Пополам отрежу. Вот. Вот этот кусочек мы с вами положим. Тоже сложим несколько раз. Положим на дно. И закроем крышкой. Поплотнее. Вот. Получилась дырка и банка. Тоже ставим на костер. И последнее, это у нас вот эта вот ленточка. Можно ее свернуть в рулончики. И, наверное, мы ее положим уже в эту банку. Если я найду сейчас еще одну банку. Ладно, давайте сначала положим только два. Вот эту банку и вон ту. Итак, открываем банку. И вываливаем ткань. Секунду. Вот. Видите, получилась черная-черная тряпочка. Вот. Ну, эта банка на всякий случай вам пригодится, но она всего лишь на один раз. То есть вот банку заложили, сожгли, и банку уже можно выбрасывать. принципе. Как вы видите, банка начала нагреваться, и сверху начал валить дым через отверстие. Это вот все испаряется, ткань начинает тлеть. Как только дым прекратится, можно будет вытаскивать. Вот, я перекусил и тем самым нашел баночку дополнительную. Помните эту банку? Вот эту банку я только что опустошил. И теперь мы можем сделать следующее. Взять сюда, положить наши вещи, точнее вот этот вот кусок веревки, положить его в эту банку, сверху накрыть другой банкой и перевернуть. Вот, то есть вот получилось. Вкладывайте банку одну в другую, получается такая типа крышечки. Вот, ее тоже с вами ставим на костер, вот сюда вот рядышком. Мой вам совет, наверное, самый-самый главный. Чтобы тряпка внутри не возгоралась. Если вы видите, допустим, здесь, либо здесь пламя внутри, то есть сама внутренность банки горит, снимайте банку с костра и накрывайте ее чем-нибудь, либо просто переворачивайте какой-то стороной к земле, чтобы убрать доступ к воздуху. Потому что тряпка внутри не должна гореть, она должна тлеть. Поэтому, если вы увидели возгорание, постарайтесь его убрать сразу же. Все. И не оставляйте без присмотра надолго, потому что загорится, вы ушли, потом придете, достанете, а там тряпки-то и нет. Будет пепел один. Вот заметили, в этой банке закончился дым. Дым из нее уже не валит. Значит, там либо все сгорело, либо там уже ничего нет. Сейчас она остынет чуть-чуть, мы ее вскроем с вами и посмотрим, что внутри. А это пока стоит. Ну что ж, давайте проверим. Банка высохла. Точнее, остыла, высохла. Вскрываем, вытряхиваем. Вот получилось тоже черная, как уголь, тряпка. Правда, вот тут вот чуть-чуть есть, ай, горячо. Вот тут вот есть еще такое коричневого цвета. Это значит, что она в этом месте не дожарилась, так сказать. Не дошло. Ай-яй-яй-яй-яй, видите, красное появилось. Это из-за того, что я воздуха добавил. Надо срочно затушить. Рано достал. Появился воздух. И тряпка наша начала тлеть. Блин, смотрите, продолжает тлеть. Если вам видно, видите, воздух появляется сам. Может, обратно в банку засунуть? Да ладно, потушим. Все, сейчас вот это вот у нас доделается, и проведем небольшой эксперимент по поводу того, как они берут искру. Вот смотрите, я специально сделал так, чтобы она сильнее пламя было. Внутри банка загорелась, то есть изнутри горит труд. Надо же срочно накрыть чем-нибудь. Вот, например, я ногой накрыл. Ай, подождите. Вот. Костер закончился. Сейчас он дотлеет. В принципе, там просто закончилось уже все. Так, сейчас потушим костерчик с вами. И попробуем наш труд, так сказать, в деле. Наберем водички. и затушим. Не оставляйте после себя незатушенных костров. Умоляю вас. О, смотрите, чуть-чуть такой лучок. Так. Итак, ну что ж, давайте с вами протестируем, так сказать, вот эти тряпочки. Это у нас первая тряпка из алюминиевой банки. Это у нас старая футболка, кусок от старой футболки. И вот последняя банка. Сейчас она остыла, не остыла. Вот, веревка. Такая вот. Но она внутри не дожарилась, кстати. Вот. Сути от того, в чем вы жгете вашу тряпку, абсолютно никакой. Без разницы, где вы будете жечь. В алюминиевой банке, вот в этой вот банке с дыркой. Это уже для каких-то масштабных тряпочек. Видите, какую большую футболку мы с вами пожарили в ней. Здесь уже прям рулонами можно жарить. Вот. В алюминиевой банке, в этом, в фольге, без разницы в чем. Я просто показал вам, какие варианты, так сказать, капсул существуют. Ну что ж, возьмем с вами... Так, это не то. Так, как можно поступить? Можно взять кремень и об острый угол выбивать искру. Вот этим вот способом. Можно взять жонку, положить ее сверху на труд ваш, ой, на труд, на кремень, вот, и по острому углу кремнием, ой, кресалом бить по кремнию. Вот, видите? Господи, тихо. У вас получается вот такой вот уголек. Он постепенно сейчас начнет расширяться. Но, в принципе, уже надо начинать подкладывать труд. И от этого уголька делать так, чтобы он воспламенился. Вот. Видите, даже огонь тут есть. То есть особого труда не составит, я думаю, развести. Можно еще попробовать, кстати, вот таким вот способом взять банку. Сейчас, секунду. Я уже говорил, что я без штатива сегодня. Так, вот банку. Положить на нее труд. Жонку нашу. И уже сверху выбивать искру уже на него. Я попробую сейчас пару раз. Если не получится, я думаю, ничего страшного. Вы и так поняли, что все отлично выходит. Так. Просто так сложнее, видите. Кстати, можно попробовать вообще вот так вот. Так я не пробовал. Давайте попробуем прям так. Ага, даже искра не улетает. А нет, вылетает. Но так, естественно, неудобней. Ну вот, вид, вот. Одна искорка попала. Ткань запылала. Вот. Кстати, та, скорее всего, загорелась, потому что она была в серединке и не до конца, как бы, сожженная. Поэтому она получилась из нее пламя. Вот это тоже, кстати, есть пламя. Đây. То есть вы видите, пламя можно сразу в растопку, минуя труд, труд. Вот. То есть вот таким вот простыми действиями можно получить хороший труд. Вот отличная черная тряпочка жженая, которую, как вы видели, хорошо горит. Ой, не буду ее на угли ложить. Также вот есть ленточка, которую тоже можно использовать в таких же целях. Но лично мое мнение, что этим стоит заниматься только если вы увлекаетесь бушкрафтом, увлекаетесь добыванием огня с помощью кремния и огнива, кремния и кресала, металла. Вот. В таких случаях жжёночка вам очень хорошо поможет в плане разведения огня. Вот, если вы разводите огонь первобытными способами. А так, вообще по жизни, я думаю, это особо не пригодится, потому что, чтобы сделать эту жжёнку, нужно сделать костер. А жжёнка это нужно, чтобы добыть костер. Поэтому тут какой-то круговорот получается. Поэтому в экстремальной ситуации, естественно, вы этим заниматься не будете. Ну, если вы, например, добыли огонь трением, потом сделали жжёнку, у вас есть камень и кресало, то да, можно заготовить себе труд на дальнейшее передвижение по местности с дальнейшим разведением огня, чтобы было полегче. Вот. В других планах лучше пользоваться огнивом, либо, если вы уж там, спичками водонепроницаемыми и так далее. Все, с вами был Алекс Бенорд, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, рассказывайте друзьям. Пока, друзья!